Здравствуйте, меня зовут Жердев Василий Михайлович. Я тренер, в общем-то, с 20-летним стажем. До этого, как стал тренером, служил в армии, в МВД, в МЧС, изучал различные единоборства, от карате, довольной борьбы и славяно-горецкой борьбы. Изучал унибас, шоудау, работал судьей Федерации рукопашного боя России. Вот. За это время у меня сложилось впечатление, что есть спорт и есть боевые искусства. И вещи совершенно разные. Но большинство считает, там 90%, даже 95% населения, и даже специалистов считает, что типа я вот научился, вот это самое, там, я в спорте достиг чего-то и могу выступать на улице. Однако реально практика показывает, что там спорт и улица — это совершенно разное. И здесь, и поэтому решил на эту тему провести семинар, чтобы показать вам, что есть техники, которым можно быстро научиться, быстро освоить и быстро применять, и успешно применять на практике для защиты от ножа. Почему от ножа? Потому что если там от кулаков, от подножек, какие-то есть спортивные единоборства, которых может чему-то научиться, то от ножа очень много наносного и совершенно пустого. Особенно, когда начинаются там всякие соревнования по ножам. В реальных ситуациях один, допустим, специалист с ножом, другой специалист с ножом встретились, через максимум 3 секунды кто-то из них либо труп, либо оба трупа. Но я вам хочу научить для тех людей, которым нужно для таких толстых, старых, как я, или для молодых, которые ничего не умеют, или для офисных работников, которым некогда. Вот для них подготовлен семинар, где люди, где вы научитесь быстро и хорошо делать и защищаться от простейших нападений с ножом на каких-то офисных мероприятиях, на дни рождения, там, на свадьбах, когда у кого-то что-то заглючило, и он решил на вас напасть с ножом. Вот здесь у вас появляются огромные шансы для выживания. Естественно, что лучше уйти, но бывает ситуация, когда уйти нельзя. Либо у вас будет потеря лица, либо вам просто отступать некуда. И как раз вот эти техники, которых я научу, покажу, вы узнаете и научите за одного дня достаточно. Но во время этого дня вы еще в качестве бонуса получите управление эмоциями. Вы научитесь, дам ключи, как готовиться, повышать свое мастерство для защиты от нападений, ну, как бы для противодействовать, принципы противодействия мастерам ножевого боя. Вот этого всему научитесь, в общем-то, достаточно одного дня будет. А потом будете уже либо у меня, либо где-то сами стоять, насобираться и тренироваться, чтобы было дальше. Приходите на семинар, ждем. Счастливо всем!